Ревакцинация. Факты. Зачем нужна повторная прививка? Чтобы дополнительно укрепить иммунитет. Антитела после прививки постоянно снижаются, а в условиях пандемии это очень опасно. После первой прививки или болезни организм уже умеет вырабатывать антитела, но делает это неспешно. Ревакцинация держит его в тонусе. 60% населения. Столько россиян должно привиться, чтобы повторную прививку разрешили делать реже, чем раз в полгода.